АО «Нурбанк» уделяет особое внимание проектам в сфере внутреннего туризма. Один из клиентов банка ТОО «Азия Минералс» 3 года назад основала фешенебельный и уютный гостиничный комплекс «Ахжелькен», в Щучинске который стал популярным и привлекательным для любителей активного отдыха и зимних видов спорта. В 2019 году все работы практически были завершены. Возникли проблемы с финансированием именно по внутренней отделке. Было принято решение, что будем кредитоваться. Наша деятельность, туристическая отрасль, узнали, что попадает под программу фонда «Дому». Оставалось только найти банк-партнер. Многие банки, к сожалению, отказывали изначально, ввиду того, что где-то были ошибки, где-то неправильно были собраны документы. До того момента, пока мы не обратились, филиал Качетавского банка, Нурбанк. Буквально через пару месяцев мы уже прошли по программе, получили финансирование. На сегодняшний день современный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой представляет собой 4-этажное здание с конференц-залом, стандартными семейными и люкс-номерами. Как отмечают в Нурбанке, количество профинансированных клиентов увеличивается с каждым днем. Филиал оказывает весь спектр банковских услуг, как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для клиентов розничного блока. Это как ипотека, автокредитование. Малый и средний бизнес у нас в основном представлен предприятиями малого сегмента и микросегмента. Среди наших клиентов есть предприятия, которые работают с нами с самого основания, кто-то около 10 лет. Мы считаем это главным показателем нашего филиала, главным достижением. Филиалом АО «Нурбанк» планируется расширение сети. Так, в следующем году откроется новое отделение в городе Щучинск. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Жамбыл Болтаев, Кукши Ахпарат.